мистическим складом ума, что завтра может и не быть. Может и не быть. Мне приказано прибыть в Токио. Вылетает завтра. Не шутишь? Не шучу. Ну? Если нельзя жениться, как насчет мимолетного и страстного увлечения? Ловец. Самое страшное. Чекать и к маме. Скажите, пожалуйста, эту сцену. Скажи ясно, что я подписываю. Отчет о работе за... Мама защитит, да? Разве я его не подписывал? Правильно. Вот был за прошлую неделю, а теперь это сейчас. Да, сэр, здесь, сэр. Можно прочитать? Да, сэр, ты никогда не даешь мне читать то, что я подписываю. Но я иногда, мне кажется, что ты прячешь от меня войну, Рада. Нет, сэр. Дай-ка я посмотрю, что ты тут написал. Пленный китайский коммунист резнял операционный. Вот так, говорит, видел бы. Вот. И нарушил ход операции. Поглядывай. Психическое свидетельствование капрала Клингера. Кстати, ты сегодня не видел ту маленькую штучку, которую Клингер надел утром в столовую, из зеленого сатина в обтяжку? Нет, не видел, сэр. Это было сногсшибательно. Ладно, лейтенант Джонсон приведена в Токио. Пациент доктора Макентайр умер из-за осложнений.